Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Глазами вот так и лозит по татами и по сторонам, по катам. Поэтому надо выходить спокойно и смотреть, как хищник и победитель, строго в глаза. А в бою? Вопрос? А вот и нет. В бою в глаза никогда не смотреть. Я же вас 100 раз говорю. В бою смотрят в грудь и насквозь. Будете смотреть в глаза, вы ног не увидите. Все это, вам дадут ногу, вы даже не пискнуть не успеете. Когда смотришь в бою в глаза, ног не видно. Перед боем посмотрели в глаза, сожрали своего противника мысленно. Там еще другая мысль дальше. Хищник не убивает. Он обедает. Так и вы. Вышли на татамин обед, сожрали противника глазами. И дальше в глаза можно не смотреть. Смотрите в руки далеко перед перед, чтобы видеть ноги, руки, все вокруг, понятно? Но никогда не надо выходить вот так, по сторонам. Макота. Все, это можно даже не драться, вы уже однозначно проиграете. Даже если он слабее, вы все равно проиграете. Вышли, вам глаза. Посмотрели, кстати, как я этот кат делал на третьем там? Да, вот так. Во. Так я на снимок смотрел вот так. Я готов был его сожрать, но это понял. Подошел, почти потом не видишь меня, не понял вообще. Спасибо, сын пойдет. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.